Добрый день, уважаемые дамы и господа, а также товарищи. Работаем, братья и сестры. Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». И вашему вниманию предлагается отличнейший земельный участок 6 соток в практически, ну не в черте, но рядом с городом Александров, Владимирская область. 100 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому шоссе. Наш штатный сотрудник, лабрадор, ретривер Ульзана также вас приветствует, но сейчас она занята наблюдением за собаками в деревне Вёске. Наш земельный участок 6 соток. Вот он, ровный, прямоугольной формы, по кадастровому номеру посмотрите. Находится в ДПК Вёске, что рядом с одноименной деревней Вёске, рядом с ДПК Светлый, это одни и те же хозяева этих ДПК. Электричество по границе, вашему вниманию. Газ также считаем по границе на расстоянии подключения. Но он тут действительно по границе, то есть тут газифицированы эти ДПК Вёски и Светлый. Подъезд отличный, круглогодичный. Вот он, наш земельный участок, 6 соток. Возможно, строительство дома, прописка, пожалуйста, никаких проблем. И приобретение соседнего участка 6 соток. То есть расширить можно до 12 соток данный земельный участок. Подробнейшая информация будет в тексте под данным видео на нашем сайте anzl.ru, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия», и на наших телеграм и ютуб каналах. Вашему вниманию, земельный участок 6 соток с возможностью расширения до 12 соток путем покупки соседнего участка. Можно купить как этот участок отдельно, так и этот отдельно. По кадастровым номерам это два смежных участка, каждый из них в собственности. Значит, внимание, локационно очень удобно. Рядом, собственно, сам город Александров, автобусная остановка. Ну и пешком вот именно от этих участков совсем недалеко до городской инфраструктуры. Вот это деревня Вёске уже за вот этими березками. То есть одноименная деревня Вёске. Ну и, естественно, не в честь, а в связи с этим названа данная ДПК. 6 соток. Вашему вниманию. Частично на нем растут березки и другие породы. Ну, в основном березки. Вот, а так он ровный, сухой, хороший. Еще раз повторюсь, электричество 15 кВт, 380, 220 вольт можно подключить. Интернет вы видите. Интересное место, зарегистрировать жилой дом, прописаться можно. Значит, что еще тут? Ну, и по всем взносам, по стоимости, все это будет в тексте объявления. Но локационно очень-очень достойный вариант. И 6 соток вполне достаточно для всего, чтобы получать удовольствие, радость от проведенного времени на земле, в доме, построенном на этой земле, в баньке. То есть более чем достаточно. Ну, кому мало, можно соседний участок приобрести. Газ, электричество, интернет, город Александров рядом. 100 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому шоссе, земельный участок 6 соток, ДПК Вёске. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Ну, немного прилегающей территории в конце видео по нашему земельному участку 6 соток в ДПК Вёске. Достаточно обширная территория. Повторюсь, есть дома, в которых проживают круглогодично. Но вообще интересно, интересно. Газ, электричество, свет, напомню. И Ульзана у нас с вами тут отдыхает. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия».